Всем привет, дорогие друзья-подписчики, а также гости этого канала. Представляем вашему вниманию. Бывший муж Ольги Арнгольц стал отцом в третий раз. Кто родился у Вахтанга Беридзе и кто его красавица-жена? Алеса Качер, известная актриса, родила от своего супруга Вахтанга Беридзе второго ребенка. Актер Вахтанг Беридзе почти уже 5 лет счастлив в браке с актрисой Алесой Качер. Многие супругу звезды Триггера помнят по сериалу «Кармелита. Цыганская страсть», где она исполнила роль цыганки Лилы. Актерская пара воспитывает сына Александра, который появился на свет в 2019 году. В октябре 2022 года Алеса раскрыла радостное событие, показав округлившийся животик. И вот, наконец, стало известно, что в Рождество Качер подарила мужу второго сына. Имя новорожденного супруги пока скрывают от общественности. Актриса показала табличку, сделанную в роддоме. На ней отмечены пол, дата и время рождения ребенка, а также рост и вес малыша. Второй ребенок Беридзе и Качер появился на свет 7 января 2023 года, 15.08, с весом 3 килограмма 604 грамма и ростом 54 сантиметра. Актриса назвала новорожденного рождественским подарком. 7 января, самый красивый и светлый праздник года, в Рождество Христово родился наш волшебный мальчик. Папино сердце, мамина душа, наш рождественский подарочек, наш сын. Мое счастье больше космоса, трогательно сообщила Алеса радостную весть в своем микроблоге. Коллеги, друзья и поклонники тут же стали заваливать поздравлениями молодую мамочку. Ого, 7 января, это чудо! Поздравляю, здоровья, счастья и ура! Мои любимые, мы так тебе рады, малыш, ура! Алеса, поздравляю вас с Вахтангом, счастья малышу и родителям! Так комментировали фолловеры эту радостную весть. Отметим, что для Вахтанга Беридзе этот ребенок стал третьим, а для Алесы – вторым. У актера есть старшая дочь Анна, которая родилась в браке от актрисы Ольги Арнгольц. В 2018 году звезда Триггера женился во второй раз. Избранницей стала актриса Алеса Качер. Через год после свадьбы у пары родился сын Александр, которым актерская пара души не чает. Второй брак Вахтанга оказался счастливым. Алеса частенько делится совместными снимками с мужем, хвастаясь идиллией в их отношениях. Она не боится публично признаваться Вахтангу в любви, и тот отвечает ей взаимностью. «Она родила мне сына. Это великое счастье, о котором я мечтал. Она принимает огромное количество моих особенностей, которые мало кто примет. Она смотрит на мир таким благородным взглядом, который характерен только царице. Я должен и обязан чаще восхищаться ей публично. Самое главное, она делает меня счастливым каждую минуту и каждую секунду», однажды написал в блоге актер о своей жене. Хочется пожелать этой прекрасной и замечательной паре еще долгих лет совместной жизни. Пусть их детки растут самыми красивыми, самыми здоровыми и самыми счастливыми. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу, нравится ли вам эта актерская пара или нет. Будет очень интересно узнать ваше мнение, прочитать все комменты и, конечно же, ответить на все. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего так же. Всего самого доброго, всего самого замечательного. Берегите себя и своих близких и будьте счастливы. Всем удачи, до новых встреч, Божьего благословения и всем пока-пока.